Если вы не можете дозвониться в медицинское учреждение, вполне может быть, что там также врачи просто сняли трубку с телефона. Пояснить, почему у вас трубки сняты? На самом деле это довольно распространенный случай халатного обращения к потенциальным пациентам в стенах медицинского учреждения. Конкретно этот случай произошел в Тверской поликлинике номер 2, в регистратуре. Пациент 3 дня пытался связаться с медиками, не смог и решил приехать лично. Мужчина намерен обратиться в региональную прокуратуру и Министерство здравоохранения. Объяснить вам? Объясните. Потому что у нас не хватает докторов. И что? У нас не хватает регистраторов. И что? Нет, а что, мы не люди, скажите вы? А при чем здесь люди, не люди? Если когда вас не устраивает... Поток, если просто не успеваю... Если вас не устраивает, идите работать в другое место. Вообще тогда никого не будет, если нас не устраивает. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.